Доброе утро. Я Вячеслав, и я эксперт по физической реабилитации. Сегодня мы обсудим мифы о спа-бассейнах. Спа-бассейны, ванны с гидромассажем и джакузи. Полезные для здоровья устройства, которые уже стали одним из атрибутов ЗОЖ. Но что это? Релакс или оздоровление? И какими мифами окутан мир спа? Обо всем по порядку. Миф номер один. Пена и аромодобавки в джакузи – это только плюс. Нет, это минус. Обладатели спа-бассейна у себя в ванной часто грешат этим. Во время работы форсунок добавлять в джакузи мыло, ароматические масла и другие подобные средства нельзя. Они могут вывести систему из строя. К примеру, морская соль может разъесть металл и пластмассу. А пена под струями форсунок создаст эффект стиральной машины и способна вывести из строя двигатель. Использовать все эти средства можно только после отключения функций гидромассажа. В этом случае вы не нанесете вреда ванной. Миф номер два. Чем больше форсунок в ванне, тем лучше. Конечно, разнообразие массажных форсунок – это большой плюс. Но в случае со спа-бассейнами главное не количество форсунок, а качество самого массажа. Правильное расположение форсунки и мощь струи в приоритете. Давление воды в системе создает насос. Так что обращаем внимание на количество насосов и их мощность. Джакузи комплектуется определенным количеством форсунок и конкретными видами насосов. Все для максимального гидромассажного эффекта. Бурлящая роскошь спа помогает расслабиться и улучшить здоровье. Вода в джакузи держит человека сама. Давление на мышцы и позвоночник снижаются, и это просто фантастический, прекрасный ЗОЖ.